забил, очень рад. Появился кураж какой-то после гола, начал подсказывать партнерам, командовал обороной, все хорошо. Провели матч хорошо. В первом тайме соперник оказал на нас давление. Мы, конечно же, с этим давлением справились. Конечно, мы будем стараться не только достать и перегнать БТ, потому что задача у нас стоит одна, это выиграть титул чемпиона Беларуси. Поэтому будем стараться и достигать цели. Молодцы, что выиграли. Это плюс. С другой стороны, хотелось бы увидеть более качественный футбол, более такой мастеровитый, чтобы как-то меньше брака было в передачах, сработать мячом. Так получилось по содержанию. Не очень интересно, наверное.